Одесские полицейские задержали хулигана, который дал неправдивое сообщение про заминирование районного суда Одессы. Как выяснилось, 34-летний мужчина минирует Малиновский суд не впервые. Вот и сегодня он позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в здании Фемиды, но попался. Сегодня утром, где-то между 8 и 9 утра, я позвонил на линию 102. И дал ложное сообщение якобы о том, что заминирован суд Малиновский, города Одесса. По какой причине вы это сделали? Не знаю, как вам объяснить. Может, с каких-то там хулиганских целей или каких-то там личных побуждений. Я не могу сейчас сказать. По горячим следам правоохранители задержали его возле дома в Киевском районе города. В его автомобиле полицейские нашли мобильный телефон, с которого он звонил, и несколько пиротехнических изделий. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Фігуранта було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.